Ребята, сейчас наша хозяйка Наташа уйдет, и мы будем с вами танцевать, Хатико Моргал и Рубик. Ребята, главное, тихо, сейчас она уже уйдет, нужно ребята приласкать. Так, Наташа. Так, Барышек, я оставляю вас одних только при одном условии. Каком условии, мяу? Нужно поставить лайк и написать комментарий под видео, и твои зрители тоже должны это сделать. Да-да, давайте ставьте лайк, чтобы мы затусили. Мяу. Ну тогда все, я пошла. Сидите тихо. Мяу. Ой, ребята, тусим. Ой, смотрите, ребята, что я нашел. Тут я нашел какую-то бутылочку. Хатико, ты не хочешь? Гуф. Да, Хатико, да давай хлебнем. Что это у нас такое? Ой, пуль. Ой, смотрите, еще, ребята. Ой, пуль. Ой, что-то мне как-то стало плохо. Буль. Ой. Что здесь произошло? Почему я лежу головой в полу? Ой, а где Рубик? Рубик, мяу! Братик мой, Рубик, ты где? Братик, Рубик! Хатико, что произошло с Рубиком? Эх, подвёл нас, Барсик. Рубика отдали в приют из-за того, что ты тут устроил, гав-гав. Но Хатико, мяу, я же не хотел! Уже все равно ничего не изменишь. Гав-гав. Нет, Хатико, блин, что делать, ребята? Рубика, моего брата-котенка, забрали в приют. Нет, ребята, я не оставлю это безнаказанным. Я сам виноват, и я сам все исправлю. Говорил мне тетя Наташа, что нельзя тут шуметь. Нет, бедный Рубик. Так, ребята, я, кажется, знаю, где тут есть приют. Так, Хатико, Моргал, не переживайте, я принесу обратно Рубика. Я спасу его, я вырву его из когтей этих... тупых врачей. Так, выходим. Главное, чтобы пока что хозяйки еще нету, ребята. Мы быстренько сгоняем в приют. Так, Рубик, держись, я уже иду. Мяу-мяу. Рубик, не переживай. Так, я, правда, никогда не выходил на улицу и очень боюсь, что со мной что-нибудь случится. Но нет, ради Рубика я готов на все. Даже на что я готов? Нет, я забыл покушать. Нужно сходить покушать. Так. Итак, теперь я покушал, и теперь я точно готов спасать Рубика. Нет, нужно еще покушать. Ня-ня-ня-ня-ня. Так, ну все, теперь я точно наелся, и можно бежать к Рубику. Так, где у нас этот Рубик? Так, надеюсь, меня тут самого не посадят в приют. Рубик, ты где? Рубик, я уже бегу к тебе. Может быть, где-нибудь здесь какой-нибудь приют есть, я не знаю. Какие-то тут непонятные названия. Где этот чертов приют? Я вообще не понимаю. Так, может, это приют? Смотрите, приют! Как я догадался, я не знаю. И теперь, ребята, осталось самое легкое. Нужно просто его спасти. Так, здравствуйте, доктор Шепард. Здравствуйте, доктор Шепард. А вот Рубик, в принципе, я его... Что вы делаете? Нет, я не хочу! Не трогайте меня! Зашибись, ребята. Теперь я тоже сижу в приюте. Ну, привет, Рубик, привет. Из-за тебя я попал в этот тупой приют. А ты вообще кто такой? Вообще непонятный. Что ты тут делаешь? Господи, выпустите меня отсюда. Я имею право хранить молчание. Имею право на адвоката. А ну, выпустите меня отсюда, мяу-мяу. Слышь, ты в синей кепке. Охранник. Как там тебя зовут-то? Охранник, тупой охранник. Охранник-бородач. Он же так, бородач. Так. Рубик, держись. Ради тебя я готов на все. Так, охранник-бородач. Так, ребята, у меня появился план, мяу-мяу. Рубик, сиди здесь, просто ничего не делай и наблюдай. Так, бородач. Мяу-мяу-мяу, болит животик, бородач. Мяу-мяу-мяу, помогите мне. Кто-нибудь помоги. А ну иди сюда, бородач. Чё, давай, подойди ко мне. Нет, умри. Ребята, смотрите, у него был ключ. Рубик, сейчас мы с тобой выберемся. Так, Рубик, на тебя покушай, вот, стой, на тебе, вот, тебя вот на покушай. Вот, и ты, я не знаю, кто такой вообще, ну тоже иди со мной. Так, ребята, что мы будем делать? Так, у нас есть ключ. Открываем дверь. Рубик, в
вперед, 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 Рубик. Так, главное здесь сейчас... Нет, 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 уйди, тупой охранник, уйди! Вперед, Рубик, убегаешь, что ты там встал! Так, а вас-то как спасти? Что вы на меня смотрите? Я тупой кот, я не собака, сидите здесь дальше. Так, Рубик, Рубик, пока нас не съели собаки, пойдем быстрее. Рубик, быстрее! Так, доктор Шепард, я тоже убью за Рубика, за то, что ты похитил моего собрата. Так, а этот мелкий-то где? Мелкий, ты идешь за нами? Ну ладно, в принципе, может не идти. Так, Рубик, Рубик, за мной. Рубик, бежим обратно домой, потому что здесь я не хочу оставаться. Мне тут страшно. Рубик? О, все за мной, все за мной. Ребята, 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 нас уже заждались там. Почему, Рубик, ты разучился ходить? Что с тобой происходит? Почему ты едешь на жопе? Ладно, пофигу, не будем обращать на это внимание и можем опять идти к Катику. Да-да-да, ребята, можете меня не благодарить. Я привел сюда обратно Рубика. Рубик, Рубик ко мне. Отлично. И да, ребята, вот так вот я спас Рубика. И еще какого-то мелкого чувака, который даже не знаю, как зовут. Ты как тебя зовут-то? Мяу-мяу-мяу. Тебя зовут мяу-мяу-мяу. А меня зовут Барсик. Будем знакомы, будем знакомы, чё. Ну а теперь можно и повеселиться. Да, ребята? Ладно, шучу, я шучу, больше не буду я тут угорать, а то опять моего брательника Рубика посадят. А мне придется все разгребать, как всегда, я тут самый главный, да? В общем-то, ребята, если вам понравилось, то не забывайте ставить лайки, ведь я очень старался. И если у вас остались какие-то вопросы, то есть если у вас остались вопросы к Барсику, то, ребята, переходите на мою страницу ВКонтакте, ссылка на нее есть в описании, мяу-мяу. И там можете задать мне какой-нибудь вопросик, например, мяу-мяу или мяу-мяу. Ну, на этом все, ребята. Не забывайте про подписки. С вами был Жека, ну точнее Барсик. И всем удачи, и до новых встреч, ребята. Всем пока.